Международный турнир на приз газеты Moscow News – одно из крупнейших соревнований гимнастов. Нынешний турнир имел особый олимпийский прицел. Новое поколение приходит на смену ветеранам. Ольга Корнук. Смелая зачинательница нового направления в спортивной гимнастике. Это она первой в мире совершила сверхсложные упражнения. Сегодня она прощается с гимнастическим помостом. До свидания, замечательная гимнастка. Здравствуй, тренер Ольга Корнук. Александру Ткачеву из Воронежа, серебряному призеру чемпионата Европы, особенно хорошо удаются упражнения на перекладине. Японский атлет Синзо Сираиси тоже претендент на олимпийские медали 1980 года. Двадцатилетний москвич Геннадий Крысин – другая наша олимпийская надежда. Именно он стал победителем московского турнира в многоборье. Тренер из Сибири Галина Маметьева подготовила Марию Филатову, обладательницу Кубка мира. Елена Мухина, 16-летняя московская школьница, чемпионка Европы в отдельных видах многоборья. У Лены Мухиной сегодня очень строгие судьи. Одна из них Людмила Турищева, абсолютная чемпионка мира и Олимпийских игр. Упражнение на брусьях в исполнении Марии Филатовой – это каскад своеобразных элементов высшей категории сложности. Специалисты полагали, что именно Филатова победит в многоборье. Однако последнее решающее слово сказала в этой острой дуэли Лена Мухина. Ее вольные упражнения получили самые высокие оценки арбитров. Елена Мухина одержала в Москве трудную победу в многоборье, а затем в Челябинске впервые стала абсолютной чемпионкой страны.